А прямо сейчас смотрите нашу традиционную рубрику «Народные новости». Что нового произошло у жителей Саратова, узнала съемочная группа РЕН-ТВ. Что у вас нового в жизни произошло? У нас свадьба на этой неделе у сыночка. Недавно была свадьба у лучшей подруги. Мой сын закончил в этом году детский сад «Колобок 202» и идет в школу. Мы поступили в колледж, наконец-то. В этом году поступил в СГУ, буду экономистом. Я поступил в магистратуру. Скоро поеду на море. Ездили на Черное море в город Туапсе. Были в Сочи, отдыхали, встретили в одном из кафе Лену Летучую, ревизора. Она проводила кафе «Рис» назывался. Отдыхали на море в Анапе. Очень понравилось. То есть смена обстановки. Я в этом году ездил на археологические раскопки, и было очень интересно. Кто провел на даче в загородном доме, на Волге с внуком вместе. Много знакомств этим летом. Новые знакомства, море впечатлений, море эмоций. Ну а если у вас есть новости, которыми бы вы хотели с нами поделиться, звоните к нам в редакцию.